19 июля отмечается удивительный и вкусный праздник – День пирожков с малиновым вареньем. Оригинальному событию всего пятый год, но оно уже обрело своих почитателей. Одна из них – Изабелла. Будучи поваром по профессии, она с интересом и любознательностью относится к каждому подобному празднику. И День пирожков с малиновым вареньем здесь не исключение. Пирожки с малиной – мои самые любимые. Я их часто дома готовлю. И сын любит, и муж любит. Пирожок – это блюдо исключительно русской кухни. Выпекается из дрожжевого теста в духовке или жарится. Внутрь кладется всевозможная начинка – мясо, картошка, капуста, ягоды, лук с яйцом. Начинка же для сегодняшнего угощения – малина, которая в это время года растет буквально на каждом дачном участке. Следующим этапом я буду раскатывать тесто для того, чтобы положить начинку и сформировать сам пирожок. Несомненный плюс такого угощения – это и его простота готовки. Обладая даже минимальными кулинарными навыками, есть все шансы испечь правильный пирожок. Следующим этапом мы заворачиваем тесто. Здесь нужно обязательно хорошо скрепить стык, чтобы мы ничего не потеряли. Когда основная работа сделана, пирожки отправляются в духовой шкаф. Это и будет финал недолгого и достаточно приятного занятия. Как говорит Изабелла, в приготовлении пирожков нет места кулинарным секретам. Секрета никакого нету. Главное делать пирожки с вниманием и любовью. И тогда они получаются на радость всем и очень вкусные. А это можно оценить уже буквально через 10 минут. Пирожки встречают сладким ароматом и аппетитным внешним видом. И становится очевидно, такое угощение достойно того, чтобы у него был свой особый праздник. С днем пирожка с малиновым вареньем! Олег Соловьев, Владислав Полоскин, Десна ТВ.